Вам всем большое-большое спасибо. Альбина Минушина – мама особенного ребенка. Камилю сейчас 11 лет. Он родился здоровым, но однажды пришла беда. Ребенок не проснулся и впал в кому. У него произошло кровоизлияние в мозг. Врачи давали 10%. 10% выживет, 10% перенесет операции, 10%. И вот эти 10, они вытекают потом в такие счастливые в обнимашки. Поэтому надо хвататься даже за 1%. Мальчика спасли, но диагноз поставили сложный. Но это не мешает ему жить активно. Камиль посещает множество секций и кружков, занимается в танцевальной студии. Мы ездим, выступаем и получили даже лауреата в первой степени. Чем гордимся, что Альметьевск мы прославили на всероссийском фестивале. Это было трудно, нелегко, но еще особенно с такими детками, которые тяжело управляются. Альбина Минушина благодарна, что в Альметьевске люди с ОВЗ получают много возможностей для развития, потому что они, как никто другой, нуждаются в заботе и внимании. Им оказывают поддержку предприятия, религиозные организации и благотворительные фонды. Районный совет ветеранов способствует активной жизни граждан с инвалидностью, а Управление социальной защиты проводит для них спортивные и культурные мероприятия. На празднике, посвященном Дню инвалидов, активистов общественных организаций инвалидов наградили почетными грамотами Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Благодарственные письма Совета и исполкома получили члены обществ слепых, глухих и инвалидов. В Альметьевском районе проживает 11 тысяч людей с ОВЗ, из них 1149 инвалидов с детства и 783 ребенка. Рената Столярова, Динар Мингазов, новости Юго-Востока.